Хорошо, значит, вы 2 года у вас опыта. Да. В Сакраменто вас как занесло? Вот, я хочу сказать, что наш герой к нам приехал специально из Сакраменто, как у нас говорят, придрайвал. Да? Вот. Вы что там делаете в Сакраменто? У меня бизнес-трип, командировка по нашему. То есть вас с компанией послали? Да, с компанией послали. То есть, компания. То есть вам мало того, что зарплату платят, вас еще за казенный счет по Америкам шлют? Ну, не шлют, я здесь работаю, я здесь не отдыхаю. Поэтому... Конечно, но как вообще в Сакраменто? В Сакраменто? Здорово. Здорово, да. Нет такого ощущения, что какой-то город такой одноэтажный? Или вы там в центре где-то? Нет, почему? Я вообще в Ранчо-Кордово, это чуть-чуть подальше от самого Сакраменто. Или вам просто нравится такая одноэтажность? Нет, я абсолютно городской житель. Так. Но Сакраменто и Ранчо-Кордово – нормальные города, в моем понимании. Конечно, нет, безусловно, там есть места совершенно потрясающие. Да. И речка там хорошая. Американ железо, да, все это. Там много классных мест. Там много. Слушайте, а чувствуется, что по городу ходишь, там много народу по-русски говорят? Я однажды был в парке там вечером, пошел, погода хорошая, там еще дома сидит. И увидел, просто иду и слышу, как папа говорит дочь, встаньте вот здесь, я сейчас сфотографирую. Так. Просто вот русскую речь увидел, что какая-то семья там, мама, 2 ребенка, папа. Угу. Вот, русскую речь услышал, достаточно много там русских. То есть слышится речь? Время от времени, да. Просто вы в правильное место, если попадете, то там другое можно не услышать. Там где-то 1300 русскоязычного народа в Сакраменто живет. То есть очень много. Хорошо. Так, а в целом, это вы первый раз в Америке? Да. И какое впечатление у вас от одноэтажной Америки-то? Сначала я не понимал. Сначала, когда приехал, у меня это перелет. Еще по времени, да. Первую неделю я не понимал, думаю, что здесь, и чему здесь люди удивляются. Да. Думаю, а чему? И чего. А вы сколько уже тут? Я месяц здесь месяц. Уже. Так, чего вы за месяц такое увидели? Особо ничего, конечно, я не увидел. Но я поездил по округе, я съездил в фермерские распродажи туда, в город, то есть на Хиллс. Поездил вокруг. В Сакраменто, естественно, был пару раз. На Тахо не ездили? На Тахо я еще не доехал. Не знаю, сейчас снег там выпал, наверное. Сейчас снег, да. Да, и туда уже так просто не проедешь, потому что цепь одевать и все, что такое. Так, а что вы поняли, чего не поняли сразу? Что здесь классно, на самом деле. Классно? А что классно? Спокойно просто? Все здесь классно, здесь здорово, здесь отличный климат, то, чего не так не хватало в Сибири. Я вам скажу, если Сакраменто вам отличный климат, то, конечно... Там жарко вообще, то есть по нашим местным понятиям, там жарко. Здесь у вас прохладнее. Такой вопрос, а вот магазины, торговая сеть. Вы еще месяц назад были в Новосибирске. Я когда с разными людьми разговариваю из разных мест, то вот, например, люди из Москвы говорят одно, а люди, например, там вот из Уфы, товарищ я беседовал, он говорит совсем другое. Например, люди из Москвы говорят, вот идешь в магазин, товаров меньше и все там подорожало там на 30-40%. Люди, которые там, вот из Уфы человек, он говорит, а я тут вообще разницы не вижу, вот что было, то и осталось, цены те же, ассортимент тот же, ничего не изменилось. Вот у вас как? Это по отношению к чему? Санкции там. Там, в России? Там, например, да. Определенно цены растут. То есть это видно? Видно, что у нас не так все гладко, как говорят по телевизору. А вот ассортимент изменился как-то, меньше стало или то же самое? Может быть, у вас все местное, или у вас импорта нет? Да нет, почему? У нас очень же много привозного. Из Китая? Не скажу, наверное, из Китая, я не знаю. Понял. То есть незаметно, что меньше стало? Заметно, что цены растут. Хорошо. Вот вы сюда приехали. Вы пошли там в какой-нибудь Safeway там, или что-то у вас за магазин. Да, Safeway. Вот если сравнить Safeway с такого рода, такого класса вот супермаркетом, вот я бы сказал, что по московским понятиям это, например, там, типа, как он там назывался, сейчас я вспомню. У меня из памяти вылетело, но такой хороший. 7-й континент, вот такого плана. Вот по понятиям новосибирским, такого плана магазин, как Safeway, если цены сравнить. Ассортимент и цены. Есть разница? Ассортимент и цены? Да. Сейчас сложно говорить, вот опять же, из-за девальвации. На тот момент, когда вы уезжали. На тот момент, когда уезжали. Но у нас есть магазин, скажем, примерно такого же
по качеству, наверное, uh-huh. продукции, по уникальности, скажем так, потому что Safeway там много чего не самого делают. Да, и сами свое производство сами есть, да. Да, uh-huh. причем они производят достаточно качественный продукт. Да, у них там работает там, за сотню тысяч человек. Да, у нас есть в Новосибирске подобного рода магазины, наверное, такой же формат, такой, не такой большой, наверное. Ну, по ценам, если сравнить. Ну, да, наверное, такой же. Примерно. Те же цены. Примерно, да. Хорошо, то есть вас торговая сеть, вас никак не, ну, как сказать, не впечатлила или что-то такое есть? Нет, торговая сеть меня не впечатлила, в плане, так. Я не вижу особой разницы. Техника, что есть здесь, есть и там. Угу. Цены примерно одинаковые. Угу. Есть, так, а что вы, я понял так, что вы сначала не поняли, потом вам понравилось, а мне понравилось что? Внешне, мне понравилась культура сервиса, какой сервис в Америке. Вот люди, когда улыбаются, нет ощущения, что фальшиво улыбаются? Да нет, я тоже улыбаюсь в ответ. Хорошо. Excuse me. Сейчас вернетесь вот домой, и вам скажут что-нибудь там про вашу улыбку. Ну, пусть как. Американскую. Хорошо. Вот компания, где вы работаете, она технологическая. Но вот там нет такого как бы антиамериканизма, который вот там несется из средств массовой информации? Нет. Такого нет? Нет. Окей. Хорошо. Потому что я вот тут разговаривал с человеком одним, он работал в посольстве США в Москве. И он говорит, ну, так из наших. Mm-hmm. И он говорит, что вот там очень много местных работает. Mm-hmm. Есть. Да. И они люто ненавидят там страну американскую. Вот. А зачем тогда они там работают? Ну, это я не знаю. Я тоже его спросил примерно то же самое, но он там говорит, что есть разные объяснения. Зачем на врагов работать? Чтобы им вред принести. А, вот. Меня тогда понимаю, тогда мне много теперь становится понятно, как они работают, да. У меня был не очень хороший опыт с ними. А вы на какой почве? Ну, я на нервной почве проспал свою очередь, стоя в очереди. За визой? Да, и паренек, который там сидел, видел это, угу. знал мой номер, видел, угу. что я стою, угу. мне об этом не сказал. Я только понял, когда уже номера пошли далеко от моего. Это сотрудник был? Да, это и был их русский сотрудник. Я говорю, вот, ну, что теперь делать? Да, я видел, да. У меня, конечно, внутри возник гневный вопрос. Мол, а какого ты молчал-то сидел? Для чего ты тут нужен-то? Ну, вот. Ну да, у него другие задачи, может быть. Ну ладно, что, я сам виноват. Пошел вниз, заново. Взял в очередь, пошел опять заново. Все. Ну, вам не привыкать же в очередь, или как? В смысле? Ну, вы, это не первая очередь в вашей жизни. Да, ну, как бы что-то. Да. Но я просто думал, что там при капитализме, типа, значит, меньше очередей. А сейчас говорят тоже, вот очереди где-то, зачем-то есть очередь, я не знаю. Я не шопоголик, я по магазину хожу крайне ограниченно, то есть. А вот, может быть, вы ребятам что-то скажете, вы смотрите наши видео, да? Да. Я люблю, сейчас, конечно, реже, но стараюсь. Ну вот, может быть, вы как бы можете перспективу эту как бы лучше видеть, чем я, например. Вот люди смотрят. Что им интересно, что им кажется, что вот не сказали им, может быть, они все время говорят, вот там что-то скрывают или. Да, Михаил, вы скрываете, я скажу одну штуку. Давайте, конечно, давайте. Вы скрываете, что будет тяжело. Как скрываю? Ну, я вот такого не видел. А людям, может быть, это. А тяжело что? А тяжело, что придется перестраивать себя, что придется себя ломать, что придется. А мне кажется, я все время только об этом и говорю. Да. Ну, то значит, я не знаю, внимательно смотрю. Это может быть так складывается впечатление. Я, знаете что, я, может быть, говорю, что не так страшно, как там пишут в разных средствах массовой информации, единственное, с целью запугать. А, то есть оно как бы вот этого нет, проблемы. Но то, что тяжело, то, что иной раз тут комом в горле стоит, угу. и поэтому я говорю, язык учите, поэтому я говорю, сделайте язык по возможности то, что можно сделать дома. Нет, ну конечно, тяжело. Эмиграция это не курорт. Абсолютно. Это не курорт, но другое дело, что есть люди, понимаете, не все, но вот есть люди, для которых вот сюда попасть, и они через годик, через два выходят на такой уровень, которого они бы никогда не достигли у себя дома. Да. И есть еще тоже масса народов, которые вот они так смотрят, да, на Америку и говорят, ну, допустим, вот вам 30 лет, угу. и вы говорите, вот я там это. Ну, допустим, вы были бы программистом, скажем. И вы говорите, вот я там у себя зарабатываю там столько-то. Мне есть смысл, а что мне дадут, вот когда я приеду? Или там что-то такое. Тебе дадут возможность через пару лет
обогнать там 10-кратно то, где ты сейчас находишься, и выйти на такой горизонт, который у тебя не было никогда. Вот что тебе дают, тебе дают возможность. Понимаете, а человек, а квартиру тебе дадут, а это тебе дадут, а велфер дадут, а еще что-то дадут. Понимаете, и я вот слушаю это, думаю, боже, что же они такого. Конечно, это труд все, но это радостный труд. Это труд, когда ты делаешь что-то, и у тебя перспективы, и ты движешься. И ты не только получаешь, но ты видишь, что тебе никто не мешает, тебя никто не тормозит, понимаешь? Это дорогого стоит все. Для того, кому это нужно. Есть люди, которым нужно наоборот. Им нужно, чтобы кто-то прикрыл, кто-то присмотрел, кто-то обеспечил. А он бы, вот, допустим, регулярно ходил бы на работу и все. Например, то такие есть. У нас у менеджеров, у продавцов есть такая поговорка, наверное, она есть здесь. Так. Как потопаешь, так и полопаешь. Ну, да, это на самом деле не только у продавцов. Да, она универсальная. Поэтому, наверное, да, здесь больше возможностей однозначно. Однозначно в Америке это... Даже я как бы, ну, не знаю, может быть, я это косвенно как-то где-то вот нутром чувствую, но да, мне кажется, здесь реально больше возможностей. Почему-то у меня такое ощущение откладывается, может быть, не знаю, не буду. Это выразится-то. Тебе не то, что дают возможность, она вот есть сама по себе, априори, вот они есть. Конечно, это не тебе дают. А то, что ты сделаешь для того, чтобы... быть там, где ты хочешь, да. Через пару лет, там, не знаю, там, через 5 лет, через сколько ты себе планируешь, если планируешь вообще что-либо. А то можно еще что-нибудь планировать, жить там сегодняшним днем. Да. Многие люди живут. Мне хватает сегодня. Сегодняшним днем им хорошо. Да, ну, тогда Америка, наверное, тоже точно не для них. Конечно, они найдут здесь работу, они найдут себе какое-то применение, но это не будет в рост, это не будет им. Или будет. Хотя или это зависит будет. От человека, что ему нужно. Дело не в этом. Есть люди, которые живут сегодняшним днем. Так? Но в силу того, что у них образование подходящее, они в правильном месте находятся, и так далее, оно естественным образом растет. Вот, допустим, человек живет сегодняшним днем, работает тестером. Ну, там прошло 3 года, 4, там, а он уже синьор. А потом прошло там еще несколько лет, ему говорят, будешь менеджером. А он не то, чтобы рвался в менеджеры, вот, и так далее. Понимаете, он просто растет. Не то, чтобы он специально хотел расти. Ну, растет, а что ему не расти? В моем понимании это, ну, не знаю, насколько это классно для человека, для компании двигать и поднимать человека, так. Который не хочет этого, которому это через силу, который это заставляет делать. Знаете, вот в том классе, где вы учились, у меня был парень один, он пошел на интервью. И вопрос задал, значит, вот как надо было правильно ответить, потому что его спросили на интервью, где-то, я не знаю, где-то было, Украина, Россия, где-то там. Сколько бы ты хотел зарабатывать через год от сегодняшнего дня? И я говорю, а что за вопрос такой странный, почему? Что измеряется-то? Он говорит, измеряется уровень твоего, как сказать, не претенциозность, какое-то слово другое должно быть. Вот, может, амбиции. Амбиции, да, вот твоя амбициозность. И я тогда, помню, разразился какой-то речью, возмущенный, как можно амбициозность измерять в деньгах. Понимаешь, вот мать Тереза, как ты в деньгах ее амбициозность измеришь? Как ты мою амбициозность измеришь в деньгах? Я не измеряю в деньгах. Деньги это, ну, прикладывается как часть результата. Но амбициозность же не это ужасно вообще. Измерить амбициозность человека в деньгах. Понимаешь? Ну, я не знаю, мне это было ужасно как-то вот так вот поперек там, моего понимания жизни. Но что я хочу сказать, здесь ты как хочешь, так и меришь. И вот какой ты есть, так вроде никто тебя не трогает, понимаешь, никто тебе не мешает, никто не унижает. Нет такой манеры унижать. Да. Наоборот. Человек, если он человек как-то, не дай бог, там случайно или как-то, нет, он бедный ходит, извиняется, и там и это все такое, и никто не хочет да. Огорчать там или что-то обижать как-то. Угу. Да. Это очень сильно чувствуется здесь. Это, наверное, одно из первых, что мне бросило в глаза, что здесь тебе стараются очень помочь. Потому что я когда летел, я там поблудил по Нью-Йорку в аэропорту. Так. И на каждом этаже, пока я добирался до трейна, я там спрашивал. А по-английски вы можете? Вы знаете, до приезда мне казалось, что язык для меня не проблема. Ну, потому что я общался на английском. Да. А приехав сюда и уже более плотно, скажем, вовлечен в общение, я понял, что на самом деле
Учить надо было задолго до того. Ну, усилить. Просто если вам хватало, то у вас не было стимула дальше учить. А теперь вы попали в более такую сложную обстановку, соответственно, у вас появляется мотивация. Да, здесь уже вечер приходишь после работы, открываешь и...